Понравился. Мне понравился спектакль. Что? Нет, не читала. Прочитаю обязательно. Можно. Видите, я по моим глазам. Понравилась докторская колбаса. Спектакль как вам? Веселый и грустный или какой? Ну, не сказала бы, что он веселый. Он скорее заставляет задуматься о вечном, о том, как мы живем. Это важно. И о том, что он направлен на благую цель, на помощь детям с ограниченными возможностями. Это очень благородно.